Друзья, привет! Все из нас любят вкусно покушать, но вот готовить любит далеко не каждый. Сегодня я подобрал для вас 10 полезнейших товаров для кухни с сайта AliExpress, которые хоть чуточку разнообразят обыденный процесс приготовления пищи. Итак, предлагаю долго не разглагольствовать, а сразу перейти к делу. Что ж, поехали! Любая хозяйка или умеющий готовить мужчина хоть раз в жизни, но сталкивался с необходимостью сбрызнуть какое-то блюдо лимоном, но всегда при этом вы переживали, чтобы не переборщить с кислотой. Вашему вниманию предоставляется спрей-разбрызгиватель. Он без труда позволит вам разбрызгивать сок таких фруктов, как лимон, апельсин, лайм, грейпфрут и даже такой ягоды, как арбуз. Разбрызгиватель легко вкручивается в выбранный фрукт, и использовать его тоже будет совершенно несложно. Достаточно всего лишь нажать на кнопку разбрызгивателя, и вы получаете густой туман из выбранного сока, который дозированно будет ложиться на ваше блюдо. И теперь вы можете не бояться, что оно получится излишне кислым. В комплекте вы получаете целых две насадки, которые можно будет использовать одновременно с двумя фруктами, и лоток для установки вашего новоиспеченного спрея. По-моему, это просто полезнейшее устройство на вашей кухне. Если вы любите яблоки, но не любите их чистить и вырезать сердцевину, тогда вам на помощь придет вот такое нехитрое устройство. Благодаря ему вы можете не только удалить сердцевину, но и разделить яблоко на несколько совершенно одинаковых долей. Сам процесс резки не требует прилагать излишних усилий. Достаточно всего лишь поставить под него яблоко и придавить резак двумя руками. И теперь вы можете пойти к монитору вашего компьютера или удобно сесть у телевизора и смотреть ваши любимые передачи, наслаждаясь порезанным яблочком и при этом делиться им с вашей большой компанией. Очень скоро придет лето, и вы сможете насладиться вкусом молодого картофеля или моркови. И эта недорогая вещица придется вам как нельзя кстати. Это очиститель для корнеплодов. Благодаря ему вам не нужно срезать с молодых овощей огромный слой ценных витаминов, а достаточно потереть его шероховатой поверхностью под струей воды по клубням. При этом достаточно легко с них очищаются и вкрапления земли, и сама нежная кожица, которая еще не успела загрубеть. Хозяюшки, задумайтесь, ведь лето уже совсем близко, и я уверен, что вам очень не нравится, когда ваши пальчики окрашиваются от молодого картофеля в неприятный коричневый цвет. Пользуясь этой чудной щеткой, которая изготовлена из мягкого пластика с небольшими выпуклыми шипами, вы не только сбережете свои руки красивыми и нежными, но и сохраните максимум вашего продукта, снимая с него только верхний слой. Этот сезонный девайс пригодится в каждой семье. Благодаря ему вы можете теперь готовить варенье, конфитюры, вареники и различные кулинарные шедевры из любимых вишен и черешин, абсолютно не переживая за целостность зубов. Работать с ним очень легко. Ложим вишню, прижимаем и все, косточка удалена. За эту небольшую цену вы получаете очень полезный аксессуар, которым вы будете пользоваться достаточно часто и радовать ваших близких вкуснейшими блюдами. У любой хозяйки на кухне просто априори должны быть мельнички для перцев и соли. А учитывая, что данные представители этого семейства выглядят так премиально, они не только функционально пригодятся на кухне, дополняя вкус ваших блюд свежемолотым перцем, но и вполне украсят ваше рабочее место, и теперь ваша кухня будет выглядеть как профессиональная. В обслуживании мельнички очень просты. Достаточно лишь открутить верхнюю гайку и приподнять крышку. И теперь вы можете досыпать перцы или другие любимые приправы в мельничку и продолжать пользоваться этим супер полезным устройством. При приготовлении различных кулинарных шедевров очень часто бывает нужно отделять белки от желтков, однако довольно не каждый умеет это делать. Но теперь это совершенно не проблема, ведь можно заказать отделитель-сепаратор для желтков. С ним вам не нужно тратить время на отделение этих компонентов, достаточно просто вылить яйцо в сепаратор, и о чудо, белок стекает через отверстие, а желток остается внутри сепаратора. Пользуйтесь этим аксессуаром, расширяйте ваши кулинарные возможности, ведь стоит он сущие копейки, а пользы приносит очень много. Обожаете суши и роллы и давно мечтаете сделать их самостоятельно в домашних условиях? Без специальных приборов сделать это достаточно непросто. Но к счастью, я нашел для вас вот такой чудный аппарат, с которым процесс приготовления покажется необычайно простым. Достаточно просто заполнить раскрывающиеся половинки аппарата рисом и сверху положить желаемые ингредиенты, после чего закрыть их и при помощи поршня выдавить все это. Остается лишь завернуть выдавленную заготовку в лист нори, и вуаля, любимые роллы готовы к употреблению. Цена данного устройства значительно меньше, чем одноразовая покупка сета любимых суши, поэтому не проходите мимо и почаще балуйте себя любимым лакомством.
А следующего представителя этой рубрики вполне можно назвать кухонным комбайном, ведь он может справиться почти с любой задачей по нарезке или терке овощей. Благодаря огромному количеству разных сменных резаков, он способен нарезать овощи и слайсами, и брусками, и даже мелкой соломкой. А для того, чтобы обезопасить ваши руки от порезов, в комплекте есть также удобный держатель, благодаря которому вы можете уверенно и очень быстро справиться с вашей поставленной задачей. Острейшие лезвия резака выполнены из качественной нержавеющей стали и заправлены они в качественный пищевой пластик. Резак имеет нескользящие резиновые ножки, которые уверенно стоят на рабочей поверхности вашего стола. Он достаточно легко разбирается и его очень удобно мыть прямо под струей воды. А благодаря складывающимся ножкам при хранении он не будет занимать много места. Теперь вы не будете мучительно долго нарезать компоненты для ваших блюд, стараясь сделать кусочки одинаковыми. За вас с этим справится чудо-резак. Очень полезным на любой кухне будет навесной держатель для мусорных пакетов. Крепится на дверцу кухонного шкафа. Можно использовать любой упаковочный пакет или стандартный мусорный. Держатель очень упростит работу на вашей кухне. Ведь теперь для того, чтобы убрать со стола отходы или очистки, вам достаточно смахнуть их со стола прямо в пакет, который всегда будет под рукой во время готовки. Крепится достаточно просто и держит пакеты очень крепко. Многие знают, что керамические ножи значительно лучше металлических, потому что намного дольше остаются острыми. Поэтому я хочу порекомендовать вам целый набор из 4 керамических ножей с подставкой и приспособлением для удаления шелухи с рыбы. В наличии имеется несколько цветовых решений, поэтому каждый может выбрать то, что ему понравится. Все товары из данной подборки вы можете найти по ссылке под видео. Также не забывайте пользоваться кэшбэком и возвращайте себе часть потраченных денег. Друзья, если вам понравилось что-то из этого видео, то поддержите канал лайком и подпиской, а также пишите в комментариях, какой товар понравился вам больше других, и давайте мне рекомендации, на какие группы товаров в дальнейшем делать обзоры. А чтобы первыми видеть новые видео, после подписки на канал нажмите колокольчик рядом с кнопкой подписаться, и вы не пропустите ни одного из вышедших обзоров. Готовьте чаще, вкусно питайтесь и ожидайте новых видео на моем канале. А я с вами прощаюсь, до скорых встреч!